Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается заявлению МИДа России, директора 4-го департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья. Мы видим, что сейчас идет процесс того, что действительно главная цель Евросоюза вытеснить Россию из Закавказья, но Россия делает вид в том, что она ему удалось перемирие добиться благодаря тому, что ночью на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вновь вспыхнули боевые действия. И официально Ереван обратился за помощью к России. То есть игра в том, что суть этого высказывания в том, что не надо вмешиваться во внутренние дела России. И то, что Россия делает, это делает из-за своих интересов. То есть беспокойство России можно здесь понять, но Россия тоже ничего не делает. В этом плане, что мы видим Ханкенде, бандформирование армян, которые до сих пор там. Мы видим то, что граждане других стран приходят в Ханкенды, то есть армяне, которые являются гражданами других стран. Мы увидели в сети, что гражданин Беларуси был в Ханкенды и так далее, таких примеров много. То есть Россия обвиняет Евросоюз, но сама ничего, мы видим, не делает. А Пашинян звонит к руководителям других стран, пытаясь делать, чтобы они надавили на Азербайджан. Как мы видим в примере с Францией, которая обратилась в ООН, то есть предложил санкции против Азербайджана. И мы видели это в том плане, что они являлись членами Минской группы. Кроме этого, некоторые французские депутаты были вне в себе. Нужно наказать Азербайджан. Зачем наказать Азербайджан, если международное право с Азербайджаном мирного соглашения нет? Где границы не видно, демаркации не видно. То есть, кроме этого, мы видим диверсантные группы, которые минируют дороги. Недавно было видео о том, что один из армянских военных хотел остановить колонну азербайджанских военных. Потом его ликвидировали. То есть обвинение России в том, что Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья, это в том плане, что Россия бездействует. То есть ничего не делает.
России сейчас выгодно Зангезурский коридор, а Армения пытается делать, чтобы этого не было. Так как с севера у него нет выхода в Европу, сейчас ему выгодно коммуникационные пути. Спасибо всем за внимание и удачи всем.